Управление гандлю Могилевской области на третьем месте у Беларуси по выниках работы за полгода. Это огучено на коллегии Министерства гандлю. Могилевская область по выниках усих показчиков пропустила уперед только Гомельскую и Брестскую области. По словам начальника управления гандлю Могилевского облвыканкама Инессы Краткевич, это заслуга усих субъектов господарения. Поляпшается якость обслуговывания, поширается ассортимент продукции. Мы очень активно развиваемся. Вообще сфера торговли развивается очень динамично. Это, наверное, ну, с такими темпами единственная отрасль реального сектора экономики, и где на сегодняшний день сложилась уже такая конкурентная среда. И, конечно, все субъекты хозяйствования понимают и борются сегодня за своего покупателя, предоставляя широкий ассортимент товаров, предоставляя выгодные цены.